Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений, директор сети Viking Touristic. Сейчас для вас я нахожусь в Турции, регион Кушадасы. Это первый полет мой после коронавируса. Я буду вам показывать отель Sunnys Royal Palace, отель Resort and Spa. Вот какое у него длинное название. Надеюсь, что такое же название он и внутри, как и название у него. Это у нас ресепшн, мы подъехали сюда, вокруг красивая территория, сделана в таком римском, греческом стиле, статуи, колонны, оливковые деревья вокруг, круто, смотрится очень красиво. Сейчас вам покажу статуи, смотрите, какие красивые, из мрамора, и вот еще. Пойдемте, зайдем на территорию отеля. У нас померили температуру. Можно обработать руки. Подходим. О, капнуло. А, спасибо. Так, welcome drink. Давайте пич. Yes. Okay. Thank you. Шкуридрин. Ну, внутри отель, как видите, такой же. В золоте, в колоннах, люстры, весь в мраморе. Круто. Он тоже, судя по всему, еще не открылся. Но здесь гораздо чище и лучше, чем в предыдущем отеле, который мы инспектировали. Мы вышли с вами на террасу. Балкон прямо на ресепшене. И вот она, территория отеля. Один большой бассейн, рядом второй. Они не соединены. Вижу аквапарк, 4 водные горки. 1, 2, 3, 4, да, все правильно. Отель красивый, чистый, аккуратный. Есть бунгало прямо на берегу бассейна. Там, скорее всего, будут лежать матрасы, и вы можете... Ну, это павильоны так называемые, скорее всего, они будут платно. Смотрим дальше. Тут, видите, у нас амфитеатр, где проходит вечерняя шоу-программа. Дальше бар, ресторан на пляже. Понтон. Понтон большой. Единственное, что сейчас он не накрыт досками, поэтому плавать с него, конечно же, и заходить нельзя. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, какие я снимаю материалы, пожалуйста, подписывайтесь. Снизу есть кнопка. Это будет ваша самая лучшая благодарность для меня. Также вы можете порекомендовать мой канал. Пишите ваши предложения, комментарии. Буду вам очень за это признателен. Спасибо вам. Номер 1105. Тип Family. Так, тип номера Family. У нас, значит, здесь первая комната, две кровати, халаты. Плазменный телевизор прямо в первом номере. Опа. Есть весы, я даже вижу. Стилизованный под дерево, очень круто. Холодильник. Холодильник я открыть не могу, извините. Не открывается. Покрытие ламинат. Шкафчик. Сейф. Идем. Вот она, вторая комната. Закрывается она дверью. Здесь большая кровать. Кто-то мне уже звонит в номер. Есть коврик прямо возле кровати. Плазменный телевизор. Чайный уголок. Балкон. Опа. Выйден. Балкон среднего размера. На балконе есть сушилка. Пока что здесь никакой мебели нет, но я думаю, будут стоять какие-то стулья. И вид прямой у нас на море. У них 470 номеров, из них с прямым видом 80%.
Давайте еще разок посмотрим. Вот этот коврик, ковер. Здесь тоже два халата, запакованные визуальные пакеты, тапочки, я вижу, 4 штуки. Сейчас мы посмотрим ванную комнату. Только света здесь нету. Здесь уже у нас есть душ тропический, обычный душ. Одна раковина, фен, ну и, соответственно, хороший тип номера, мне он нравится, все чисто, аккуратно. Все наши коллеги сказали, мы бы хотели здесь остаться пожить, поэтому я думаю, что отель достойный, и вы можете его смело бронировать. В коридоре, кстати, ковролин, поэтому будет тихо, когда будут люди ходить, потому что иногда бывает, когда там плитка или другие покрытия какие-то, люди идут по коридору ночью, и вы все слышите у себя в номере. Сейчас нам покажут еще один тип номера, я надеюсь, что это будет стандарт еще. Фэмили мы с вами посмотрели, хороший. Если вы хотите поехать на отдых, вам нужна помощь, вы можете обратиться в нашу компанию, наш сайт weekend.by. Если вы самостоятельный путешественник и вы хотите все сделать самостоятельно, у нас есть удобная система онлайн-поиска payviking.by. Заходите на нее, подбирайте тур самостоятельно, оплачивайте самостоятельно, все делайте самостоятельно. Номер 1137, стандарт, с видом на море. Так, значит, это у нас тип номера стандарт. Душ тропический, душ обычный, плитка, все чисто, аккуратно, раковина из гранита, фен большой. Здесь санузел у нас. Покрытие у нас здесь ламинат. Одна большая кровать, максимальное размещение 2 взрослых, плюс 1 ребенок, плюс 1 инфант. Тоже есть коврик возле кровати. Чайный уголок, кондиционер центральный. Большой LCD-телевизор. Хороший номер, тапочки, халаты. Ну, все стандартно, как в предыдущем типе номера. Фэмили, который мы смотрели. О, какой балкон. Но балкон зато здесь очень большой. Для стандарта, мне кажется, он больше, чем сам номер. Вид у нас на море, бассейн, на территорию отеля. Смотрите, пожалуйста, вот он. Весы, весы! Мы вышли с вами на территорию отеля. Хочется посмотреть пляж. Все очень хвалят, говорят, что у них очень много в инстаграме фотографий именно с их понтона большого, который сейчас пока еще не готов. Есть детский аквапарк небольшой, здесь 3 водные горки, бассейн 80 сантиметров. И рядышком находится мини-клуб, тоже с бассейном, с маленьким, там будет висеть тент, сейчас его нету. И рядом, видите, еще взрослый аквапарк, 4 водные горки. И идем с вами дальше на пляж. Это ресторан, у них... Значит, у них есть остров, вот он слева находится, до него можно дойти, там есть какой-то проход, идете по щиколотку, судя по всему, как сказали, 20 сантиметров, и попадаете на этот остров. Ну, остров дикий, не знаю, что там, в принципе, можно делать, а вот он, пляж у нас. Песок, вот он, большой понтон, вход тоже песок. Немножечко гальки, но тут совсем чуть-чуть, практически ее нету. Вот она вот здесь вот намыта. Видите, да? А вот здесь, смотрите, ее вот нет.
самое главное, чуть не забыл, подслушал информацию про этот отель. Сейчас расскажу. В отеле 470 номеров, 80% выходят с видом на море, 20% соответственно на горы с обратной стороны. Здесь у них есть два ля-карт. Вы можете за 7 дней посетить один бесплатно. Ну, сказали, что если вы захотите второй посетить, и будут места, без проблем вам бесплатно его тоже предоставят. Здесь был кальян. Ну, кальян сейчас запрещен, потому что коронавирус пришел. Он был бесплатно. У них два основных ресторана. У них очень хорошие, как они сказали, в этом регионе лучший хамам, ну, то есть спа. Спа-центр 3500 квадратных метров. Очень большой. К сожалению, посмотреть мы его не смогли, поэтому... Так, вам ничего не могу сказать про него. Единственное, со слов хозяина отеля, что да, он здесь самый лучший. Вот и вся информация про этот отель, который нам рассказали. Отель хороший, я его рекомендую, вы можете смело в него ехать. И я думаю, вы не останетесь расстроенными или вам он не понравится. Он понравится вам, хороший отель. Представитель отеля нам подарил вот такие сумочки. Маленькие, это косметички, судя по всему. Спасибо ему. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимаете на нее, приглашаете ваших знакомых друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.